Это детский лепет. Не круто. Достаточно скучно. Ну, зачем ты приехал? Истинное удовольствие существует за пределами борцовского ковра. Рукой давлю еще вниз. Далее здесь разворачиваю ногу таким образом, чтобы я прижал его пятку к его корпусу. Далее убираю ногу и в одном движении оказываюсь в позиции Джуда Сайда. Участвуешь в восьмерке? На третьей, скорее всего, нет, потому что травмирован. Типа у меня колено, травма и невралгия. Скорее всего, буду участвовать на четвертом турнире, потому что, ну, надеюсь, что до четвертого восстановлюсь, потому что травмировался на ровном месте. Не круто. Травма – это вообще не круто, но это часть игры, куда без этого никуда в нашем деле. Меня зовут Савелий, я ринг-анонсер турнира «Восьмерка в рулетке». Йоу, короче, что такое «Восьмерка в рулетке»? Ребята, это офигенный турнир, куда любой желающий может заявиться, заплатить денежку и порубиться за главный приз. Это, собственно, кэш, который скинули все участники за участие в этой «Восьмерке». Ну и, конечно, самое главное, ты просто можешь показать красоту, ты можешь показать свою джиу-джитсу по максимально свободным правилам, просто сделать всю красоту, любые сабмишны, какие ты хочешь. Я думаю, что вот что такое «Восьмерка». «Восьмерка в рулетке». Ну, вообще, это турнир, я думаю, ты уже, наверное, в курсе, это Submission Only. Суть была следующая. Вообще, все началось с того, что я смотрел схватки на YouTube, на различных платформах, в социальных сетях, ВКонтакте и так далее. И мне они показались достаточно скучными, поэтому я подумал, почему бы не собрать каких-то крутых 8 ребят и выявить одного победителя путем, соответственно, данных правил. Submission only, 6-8-10 минут, схватки у нас бывают разные. Победить можно, соответственно, только досрочно. В принципе, в этом я и вижу вообще смысл джиу-джитсу, то, чем я лично занимаюсь, то, чем мы занимаемся здесь с парнями на 10-й планете. Поэтому я считаю, это действительно настоящий скилл, заставить соперника сдаться. Я считаю, именно таким способом, именно submission only, именно такие яркие, качественные схватки, они как раз-таки привлекут даже тех людей, которые впервые вообще с этим сталкиваются. 8 человек, соответственно, 3 раза побеждаешь, и ты чемпион. «Восьмерка» — это очень крутой андеграундный турнир по сабмишн грэпплингу. Организация на очень хорошем уровне. В отличие от многих турниров, там не нужно сидеть целый день. Ты приходишь, круто тусуешься со всеми, общаешься, смотришь охрененные схватки и потом борешься. Нету этих санных баллов, нету никаких удержаний. Все просто борются
для того, чтобы забить своего противника. Я считаю, что это... Не-не-не, баллы, честно говоря, бальная система – это единственное, что нас толкает в изучении позиционной борьбы. Проходы гарда, защиты гарда, топ-спин, заходы за спину. Все эти движения нельзя исключить из борьбы. В конце концов, если мы целимся только за соперника и не проходим гард, у нас остаются только ноги и кимура ролл. Больше ничего нет. А так не может быть. Ты должен загонять человека, создавать прецедент, правильно? Согласен, согласен. Но удовольствие, истинное удовольствие, можно получить только на турнирах формата сабмишн. Истинное удовольствие существует за пределами борцовского ковра, пацаны. Тогда вопрос. Ты готов в будущем поучаствовать в восьмерке? Да. У нас просто грядет суперсхватка. Это Никита Морозов или Шевченко, Виктор. И если кто-то из них победит, они твои весовые, готов тебе дальше принять суперсхватку. Ребята, зрители, это слышали. В общем, у нас грядет крутые анонсы. Стартует 15 октября, всем 10-я планета, Есенин 1, корпус 1, поэтому ждем вас. Привет, Жамал. Салют, как ты? Все отлично. Как тебе зал 10-я планета в Санкт-Петербурге? Я скажу, брат, очень хороший зал. Ты еще не участвовал в турнире «Восьмерка», но постоянно кричал всем, что оторвешь из дома. Какие у тебя планы на ближайший турнир? Планы моросить, да, брат? Этот человек готов на все. Ждите его в турнире «Восьмерка». Приходите посмотреть, поболеть. Всем чао.